Хе-хе, ребята, всем привет! Сегодня продолжаем. У нас опять традицию парадоксов, да, на канале по плейлисту. Сегодня у нас будет небольшой парадокс, математический такой. Я вам покажу даже его. Хе-хе-хе. Сначала анекдот расскажу перед вступлением, чтобы так разогреть публику. Ищут на работу бухгалтера. Ну и там объявление расклеили, везде фирма. И приходят все бухгалтеры и устраиваются на работу. Сидит целая комиссия, им первый вопрос задают. Сколько будет дважды два? Первый бухгалтер заходит. Я ему спрашиваю, сколько было дважды два? Он говорит, как сколько? Четыре? Они такие, извините, вы нам не подходите. Следующий там претендент на пост бухгалтера заходит. Опять, сколько было дважды два? Он опять будет. Четыре вроде. Не подходишь. Заходит девчонка такая невзрачная, я ее спрашиваю, сколько было дважды два четыре? Она говорит, а сколько надо, столько и будет. Они говорят, замечательно, вы нам подходите. Все. Вот такой анекдотик небольшой с бородой. Для чего я рассказал? В общем, парадокс математический, да. Смотрите, у нас есть 10 веточки, да, и надо 11 птиц рассадить на 10 веточек. Думаете, это возможно? Ну, 11 воробьев у нас есть, да, есть 10 веточек. И чтобы каждому досталось по веточке, по одной. Теоретически вроде это невозможно, да, чтобы 11 воробьев рассадить на 10 веток. Сам-то я даже мозг отказываться такие формулы озвучивать. В общем, смотрим, как это все делается легко. Первых двух птичек садим пока на этот палец. Временно двух сюда сажу, следите за мыслью, да? Две сидят. Третью птичку сюда садим, четвертую сюда, пятую сюда, шестую сюда, седьмую сюда, восьмую сюда, девятую сюда, десятую сюда и одиннадцатую отсюда пересаживаем вот сюда. Вот и все. 11 на 10 сидит. Парадокс, парадокс. Спасибо, кто смотрел. Пишем комментарии, подписываемся на канал. Мы продолжаем снимать. Всем удачи. Хе-хе-хе.